Не оставляйте детей одних, столичные спасатели теперь проводят акции для школьников онлайн. В таком формате профилактические беседы сотрудники МЧС провели впервые. По ту сторону экрана спасатели напомнили основные правила безопасности и провели занимательную викторину. А в качестве подарка все ребята получат полезные письма с раскрасками и яркими листовками. За последний период в Минске с участием детей произошло порядка 10 случаев. Это только те, о которых мы знаем. Чаще всего ничего серьезного не произошло. Очень важно, чтобы не только дети знали о правилах безопасности, но и родители были безусловным главным примером для своих детей.